сеансов позирования, чтобы картина получилась такой, как мы ее знаем. И вот за них она и получала те самые персики, которые росли мамонтовых оранжереях. Они здесь выращивали персики, ананасы, клубнику, цветы, так что даже экзотические фрукты были свои собственные. У нас копии, а не оригинал этой работы. Оригинал находится в Третьяковской галерее. Зато мы создали обстановку в столовую в момент написания картины, потому что именно здесь она и была написана. Вот посмотрите, мы были в тарелочке, по ней фигурка гренадера, ее тоже расписывал Серов, так что в одну свою работу помещает другую. Свою работу, видимо, чтобы не забыли. Вот эти кресла, стол тот же самый, за которым сидела Верочка. При открытой дверь мы видим ту самую нитку Шако, которую мы видели в красной гостиной. Так что почти все осталось на своих местах. Что не применили?